седьмом углу. Боец, которому 34 года. Его рост 175 сантиметров. Вес 93,5 килограмма. Его профессиональный рекорд 34 боя, 24 победы при 10 поражениях. Стиль, в котором он работает, MMA. Introducing the fighter in the blue corner. 34 years old, 175 centimeters. The official weight fighter, 93.5 kilos. His professional record is 34 fights, 24 wins and 10 defeats. The style of the fighter is MMA. The representative of USA, Randy. Красном углу боец, которому 30 лет. Его рост 185 сантиметров, вес 93 килограмма 400 граммов. Его стиль — боевое самбо. Его профессиональный рекорд — 7 боев и 7 побед. Представитель Дагестана, Россия, Сапарбек И вот поединок под номером 5. Родни Уоллес против Сапарбека Сафарова. Родни Уоллес, представитель Соединенных Штатов Америки, ведет серию из 3 побед подряд. В своей карьере встречался с множеством из местных спортсменов. Кстати, еще с одним участником сегодняшнего вечера, Максимом Гришиным, проигрывал ему сплит-десижном. Сапарбек Сафаров, 7 побед, 0 поражений. Боец, карьера которого немного застопорилась после 2012 года. Затем он через 2 года вернулся, победил Кухолашвили и снова пропал из радаров на 1,5-2 года. И вот мы видим его в Гран-при Ахмат 2016. В стартовом раунде его соперник Родни Уоллес. Очень хорошая фраза такая, Асламбек. Нужно ее взять на заметку. Пропал с радаров. Радары мировых смешанных единоборств. Да, здорово. Да, да. Классно. Ну и возвращаясь уже к поединку. Тоже лично знаком с Сапарбеком Сафаровым в Дагестане. Несколько лет назад нам довелось познакомиться. Он в свое время представлял один из дагестанских клубов. Академия ММА Махачкала. И вот тогда Сапарбек, в том числе, мне довелось комментировать, он выиграл очень уверенно свой поединок. Да, встречает его Родни Уоллес, пытается пройти в ноги, но контрит Сапарбек. Вот посмотрите, да, какой мощный американец, Максим. Да, очень мощный. Физически Родни Уоллес, конечно. Знаете, в предыдущем поединке я столько отдал нервов и эмоций, болея. Я искренне, кстати, признаюсь, я болел за Вагаба Вагабу, знаю его лично, достойнейший очень человек и очень правильный парень. И такой, знаете, спортсмен великолепный. Я за него болел усердно, эмоции так подрастратил. Позиция бэкмаунт у нас. Да, вот сейчас бэкмаунт. И здесь как раз сфера ведения поединка для Асламбека Бадаева, моего сокомментатора. Он особенно любит эту стезю поединка в ММА. С одной стороны, очень опасная позиция для Сапарбека Сафарова, потому что здесь вот немного, если отвлечет его ударами родные, потом, если возьмет захват шею, будет трудно уйти. С другой стороны, боец обученный, который умеет защищаться, который нарабатывал, да, именно вот эти позиции на тренировках, для него не составляет труда обороняться, тем самым давая сопернику, который делает, да, в свою очередь, прием, вымотаться в данном случае, чтобы забились руки и потом уже в стойке доделать свое. Вот в данном случае мы видим, что Сапарбек очень спокоен. Он контролирует руку соперника, руку Родни Уоллеса. И просто вот дает... Вот все равно, когда держишь этот захват, напряжение, оно сковывает тебя. И посмотрите, тебя, как, да, аудитория реагирует. Даже в Грозном, даже в Чечне, где мы знаем, на Кавказе бытует такое мнение, каждый кавказец рождается с третьим разрядом борьбы. А вот смотрите, как вот даже вот этот эпизод они не готовы принимать. Да, в Грозном, я скажу, Максим, не менее любят ударные виды. И поэтому вы сами это прекрасно понимаете. Это зрелище в первую очередь. И поэтому, конечно, да, вот зал немного загудел. И вот зал получил то, что они хотели. Соперников подняли в стойку. Очень опытный боец Родни Уоллес. Повторюсь, Максим, он встречался, у него 3 боя в UFC, все проигрыши, но все проигрыши решением. Он встречался с Мамедом Халидовым, проигрывал нокаутом, но он преодолел этот этап, проигрывал Максиму Гришину раздельным решением судей. И вот сейчас он немного выправил свою карьеру. У Сапарбека
вот если не брать в расчет то, что он мало выступал, все в порядке, рекорд отличный, 7 побед, 0 поражений. А с Мамедом Халидовым он, значит, дрался на 84 килограмма? Пропускает. Да. Если честно, Максим, я вот сейчас запамятовал, да, я не помню, в какой весовой категории они, но мы, насколько мы знаем, Мамед представитель средней весовой категории, да, поэтому, да. Не-не, сам проваливается. Проваливается. И... Да, сам проваливается Сафаров на своем ударе справа, и, кстати, мог бы контрить более грамотно Родни Уоллес этот провал, но не отработал этот эпизод, и Сапарбек быстренько встал на ноги. Да, вот проход одну ногу, сможет довести он его. И Сапарбек очень выходит, устойчив, да. И сейчас спину, правда, отдает, но он грамотно отдает ее. Отдает ее не всецело, при этом смещаясь. И... Да, только одна нога заправлена. Да. Вот вроде от тейкдаунов защищается Сапарбек хорошо, но позиции все-таки отдает. То есть у Уоллеса не получается переводить его проходом. Вот вторым повторным движением, да, нет, сваливает, он занимает позицию. Вот, и вот левый сбоку. Хорошее точное попадание было. Да, вот мы видим, что в наколеннике Сапарбек, интересно, травмировано ли его колено или сейчас это так? Сейчас наколенник этот в большей степени такой, знаете, имеет проформу визуальную, потому что он не работает, он даже чуть... Да, абсолютно, сполз сейчас. Да, сполз, и при этом, конечно же, подобные вещи, они чаще всего для профессионального поединка не одеваются, потому что ты уже показываешь тем самым своему оппоненту, что у тебя может быть что-то травмировано. Особенно передняя нога, вот, мы знаем, на самом деле, что опасно лучше, это. Лучше эти знаки не давать для своих оппонентов, это уже доказано историей, временем и боями. Знаете, справа, конечно. О, левый повторный опять. Удар. Справа, еще раз слева. Знаете, я получил... Еще раз, ох ты! Есть попадание у Сапарбека. Я знаю этого парня, его ударную мощь, он действительно такой, знаете, заряженный энергией, с такой мощью в двух руках. Он может спокойно запустить, значит, и левую, и правую, так, знаете, с желанием и приложиться точно к цели. Может уронить вес, и напомню, его где-то сейчас уже 100 килограммов. 100 килограмм. Восстановился, да? Да, как минимум. Мы знаем, что Макс Гришин наш боец клуба «Ахмат» и наш уважаемый друг, он как раз честно признался, сейчас 103 килограмма. 103 килограмма он весит в реале, и со 103 он гонял. Вот, пожалуйста, мы видим, как на арену прибывают, в спорт полка людей прибывают бойцы клуба «Ахмат». Вот Абубакар Вагаев, да, Асламбек Титан Мусаев, Алихан Умар Вахаев, Салам Абдурахманов, Беслан Тигар Ушуков. Да, вот представители бойцовского клуба «Ахмат» прибыли в спорт полка людей и будут ждать своего выхода. Между тем, вот, закончился первый раунд ударной техники, ударной фазе, как вы любите выражаться, Максим. Предпочтительный был Сапарбек Сафаров, но вот пару раз он дал затянуть сюда партер, отдал позицию, да, бэкмаунт, опасную позицию. Но будем все-таки объективны, он, да, позиционно чуть уступал, но вы заметьте, как он быстро выходил из той, значит, для себя не очень приятной позиции, как раз когда она, естественно, не выигрышная для него в большей степени была, но он очень, по-моему, мне показалось, очень уверенно защищался и все видел, что может, да, происходить, да, дальше. Да, да. Согласен, Максим, именно так и было. И тут мне кажется, вот, насколько судьи оценят, или желание набирать очки со стороны Уоллеса, или желание, да, наносить какой-то ущерб со стороны Сафарова. Есть ударная мощь, как я уже говорил, в двух кулаках у Сапарбека Сафарова. Его рекорд 7 побед, 0 поражений. Так много, может быть, информации нам не дают, но при этом все-таки кто видел этого бойца в деле, а мне приходилось, действительно знает, что он может спокойненько запустить тяжелый нокаутирующий удар. Причем, защитился от прохода. Колено чуть не дошло до цели, да. Но опасно было рядом. Ну, инерции не было в этом ударе, не было плотности как раз постановки ног, и поэтому здесь очень грамотно защищается Сапарбек. Правда, сейчас пропускает проход одну ногу и все равно защищал. Колено от Уоллеса. И сам проводит. Да, и сам проводит. Вперед. Кстати, нужно отметить, что в рейтинге fightmatrix.com Родни Уоллес занимает 38 место. Кстати, в своей карьере побеждал Овица Сент-Прю, которому предстоит встретиться с Джоном Джонсом за титул UFC. Да, это говорит, да, о силе, о статусе этого соперника. 38 место в мире. Это довольно-таки весомо и существенно. Но здесь сейчас это не помогает американцу. Видим, что такая своеобразная позиция. Не отпускает Сапарбек Сафаров. Не отпускает своего визави из Соединенных Штатов Америки Родни Уоллеса.
джеб от Сафарова и попытка прохода от Уоллеса. Он уже откровенно, да, идет в ноги, отдает спину. Здесь взрывается грузинский Колизей. На самом деле у меня гремят уши настолько сильно, что убеждение, что еще чуть-чуть и все взорвется. Вы знаете, хочется, да, вот как раз обратиться. Болеть здесь умеют, это очевидно. Бои здесь любят и в боях здесь разбираются. Вот возвращаются бойцы в стойку. Подзабился немного Родни Уоллес. Видно, его мышечная масса требует кислорода. Оно очевидно. Ну и Сапарбек, если быть честным, также так забился. И устал, да. И руки устал. Сразу же чуть опустились. И они левый. Сильно опустились. Знаете, и он хочет все-таки разящим, нокаутирующим ударом зацепить своего оппонента. Да, правый такой через руку. Такой размашистый правый. Типичный удар для борцов. Колено от Уоллеса. О, апперкот такой. Чуть-чуть не получилось. Правый скользь, да, прошел. Рядом, был рядом с целью, мог этим ударом поднять своего оппонента из США, как раз Сапарбек, и левым сбоку завершающим закончить эту комбинацию. Да, правый снизу, правый. Левый сбоку, она такая читается вещь. Очень правильно. Вот левый мидл по печени. Вот немного не дошел, мне кажется. Немного, да, чуть-чуть. Чуть для цели. Вот еще одна попытка, да. Целил Сапарбек. Туда же Сапарбек, но пропустил толчковый тип удара в тайском боксе, называется, либо фронт-кик в кикбоксе. Пропустил навстречу. Да, вот не бросайся, подсказывает. Смотрите, насколько Мирзауров все время близок Сапарбек к попаданию. Справа. Попаданию вот правыми этими такими свингами, которые он запускает. Правый свинг и левый свинг. Вот, пожалуйста, вот сейчас какой-то непонятный... непонятно, почему Родни Уоллес одну ногу. Вот мы видим президента бойцовского клуба Ахмад Абузейда Висмурадова. Смотрит внимательно, наблюдает за боями. Рядом с ним Ислам Дацаев. Да. Матчмейкер и вице-президент. И да, вице-президент нашей Ахмад лиги. И лиги Гран-при Ахмад. 2016 этого турнира. Помимо того, что он матчмейкером является, Ислам действительно и промоутер, такой уже состоявшийся человек, который... Зарекомендовавший, знаете, себя. Не один пуд соли съел на этом деле, и не одну собаку в том числе. И который в том числе сталкивался с большими трудностями в связи со снятием, с отказом, да, и он приезда. Очень быстро находил, и молниеносно, да, справился, замену. Справился. И как мы видим, вот по этим поединкам никто не сможет пожаловаться, да, вот то, что сегодня пары подобраны неровно. Наоборот, мы видим, все бои получаются очень ровными, зрелищными. Вот. Да, сложно здесь на это жаловаться, уж точно. Вот здесь мы видим также Виталия Бигдаша, чемпиона UFC. Он готовится, кстати, в будущем к приходу в нашу импровизированную студию. Да, вот мы сможем, Нурмагомедов, мы сможем его в будущем проинтервьюировать и задать ему ключевые вопросы. Да, вот пытается Родни Уоллес перевести или не пытается, просто прижимает или, может, просто отдыхает. Вот концовка раунда, 25 секунд остается. Виталий Бигдаш, боец клуба «Пересвет» из Ростова. Очень достойный парень, знаете, один из таких ярких личностей, представляющих этот клуб. И в целом ростовский регион, и, конечно, такой русский воин достойнейший. Побольше таких тоже парней. Да, очень яркий боец. Вот тут мы видим здесь перевод. Вернее, накрылся, да. О, какое добивание! Да, вот и точные два попадания. Под концовку раунда закрепил свое преимущество Сапарбек. Да, несмотря на длительный простой, ну, видно, конечно, тяжело дышится Сапарбеку, Сафарову. Но, тем не менее, он пока справляется. Но он серьезно нагружается, себя заставляет работать на максимуме. Такая энергозатратная работа у него, он вкладывается в эти удары, как вы сказали, Максим, вот эти боковые, да, на скачке. И свинги, да, трудно назвать удары сбоку. Смотрите, отказ, да, что происходит? Происходит отказ, и Сапарбек, вероятнее всего, одерживает победу с отказом. Не отказываться, не отказываться, говорят, посмотрите. Но не отказывается, говорят. Сапарбеку нет, Сапарбеку как раз он нужные слова сейчас сказал, но Сапарбек уже всех поздравляет с победой в этом бою. Сапарбек победно скидывает руки вверх. Но непонятно, что происходит. Вот Родни Уоллес. Оказывается, как раз Родни Уоллес. И Олег Невежин, ринг-анонсер Гран-при Ахмад 2016, вбегает в клетку, в октагон, для того, чтобы как раз озвучить уже официальное решение. В этом поединке
Ввиду отказа секундантов бойца из сильного угла от продолжения поединка, победу отказ одержал Сабарбек. Официальный отказ Сабара. Угла. Вот так вот. В чем же дело, Максим? Что же произошло? Вы задаетесь вопросом все-таки, Асланбек. А я вам скажу, что парень сломался. Сломался морально. Да, морально и физически, что характерно. Кстати, я думаю, Ллойда Маршалла. Я думаю, что физический слом способствовал его психологическому слому. Он сломался именно физически, функционально сначала, а потом уже не готов был драться. И он дает возможность проявить себя у себя на родине, в профессиональном ринге, и быть известен на весь мир. Спасибо вам. Еще хочу посвятить свой бой двумя дагестанскими личностями. Это муфти Дагестана Ахмадхаджи Абдуллаев и глава Дагестана Рамазан Гаджимурадовичу. У него очень много делает для Дагестана. Молодежь всегда поддерживает и поддерживает. И еще хочу сказать большое спасибо своим землякам, которые приехали из Дагестана поболеть за меня. Ваша поддержка очень помогает мне. Большое спасибо. Вот такой уважительный парень Сапарбек Сафаров, друзья! Очень достойный. Повтор поединка, да, вот видим удачный момент. Здесь очень жесткие попадания, да, в конце были второго раунда. Вот может тоже, кстати. Нет, еще раз говорю, слом был функциональный и психологический.